Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым випуску. Високі адзнакі педагогам президент Беларусі вручив медалі за працоўныя заслуги. Школи готовы, пріоритети визначені. Сьогодні у Гомелі відбулася жнівінская педагогічная конференція. Помилки юнацтва. На посяджэнні гарвыканкама проаналізавалі стан злачынства сярод непаўналетніх. Трагедия на Роповском озере. Пара ходила по мели и трапила у 7-метровую яму. Мастерство за зачиненными дверима. Выставу квест проставил у Гомеля решетский мастак Анатоль Щоголев. А зараз об этом и іншим больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил державные узнагороды лепшим работникам системы адукации. За шматгадовую пленную працу, значный особистый уклад у развитие галины, медалем за працовные заслуги узнагороджены начальник управления адукации Гомельского облвыканкама Сергей Иванович Порошин. Высокой узнагороды так само удостойна наставник математики Ельской районной гимназии Валентина Яковлевна Трошка. Сегодня у городским центра культуры отбылася, что годовая жнівинская конференция педагогичных работников Гомеля открыла подею выстава, якая демонстрирует досягнение сферы адукации областного центра. Оценить поспехи и мерковать перспективы собрались представники керауництва города, отделов адукации, духовенства, ветераны педагогичной працы, молодые специалисты и батьки. Усяго больше, як паўтысячы человек. Головная увага присвечена якости адукации. Одним из ее индикаторов лишится выники централизованного тестирования. Сёлета средний бал ЦТ у Гомелі крыху вышэйшы у параўнанні с минулым годом – 45 супраць 44. Означается и рост колькасці медалістаў – 167. Гэта на 42 больш, чым у минулым годзе. Паляпшэнне якасці адукацыі застаецца прыярытэтнай задачай і ў наступным навучальным годзе. Упор зробяць на павышэнне кваліфікацыі педагогаў. Дарэчы, сёлета іх вучнямі стануць 56 тысяч чалавек. Гэта на 9 тысяч больше, чем летась. Усяго до 1 верасня у Гомелі падрыхтавана 70 школ. Пашпарты готовности яны атрымалі за пярэджаннем графіка. Что тычыцца дашкольных установ, то их 122. Сёлета яны прымуць 23 тысячи дзяцей. Проблема обеспеченности пошаговой доступности детей в детские дошкольные учреждения по-прежнему остается актуальной. Но, несмотря на все, удалось сделать многое. Именно чуть более 600 мест дополнительно с 1 сентября у нас будут открыты для дошкольников. Прежде всего, это за счет открытия новых семей групп и увеличения количества набора в существующие группы. Во всех районах области зараз проходит доброчинная акция по уручению школьных портфелей будущим першокласснікам. Корыстные подарунки сегодня в Рогачове отримали дети супрацовников молочно-консервового комбината. Удельниками свята стали каля 80 будущих школьников. Подробязности у репортажа Дмитрия Котова. Лето імкліва наближается до завершения, а это значит, что у хуткім часе школьники снова отправятся у цікавае и займальное подороже Украину ведаў. С особливым хваляванием нового научального года чакають будущие першокласники и их батьки. На доброчинное свято у актовую залу Рогачевского молочно-консервового комбината запросили детей, которые праз некалькі дзён у першыню сядуть за школьные парты. Для их подрихтовали новенькие, яркие и пригожие портфели, наполненные самыми необходными школьными приладами. Дарили карандаши, пенал, клей, кисточка, карандаш, фломастер, тетради. Я буду стараться учиться, носить хорошие оценки и радовать маму. Подобную акцию на Рогачевском молочно-консервовом комбинате упершиню провели в минулом годе. Тады портфели отримали больше, как 60 детей супрацовников предприемства. Сегодня каля 80. Для батьков это значная подтримка. Это приятно каждой семье, и это очень важно для каждой семьи, потому что собрать ребенка мало того, что одеждой, мало того, что обувью, еще и канцелярией, это подспорье очень большое, замечательно. Задача дорослых – подарить детям як мага больше тепла и клопоту, створить усе умовы, каб яны могли поспехово учиться. Свои первые школьные портфели першокласники отримали разом с пожаданиями поспеха у учебе, ярких уражений, добрых сяброў на шляху доведов, а еще со ширым душевным наказом расти здоровыми и счастливыми. А кроме уручения портфеля, организаторы так само пропоновали насыщенную культурно-забавляльную программу и пообяцали сделать доброчинную акцию штогодовой.
поддержка таким образом наших родителей, наших работников, это вклад в наше будущее, в развитие предприятия. Надеемся, что то спокойствие, которое мы дарим нашим родителям, перейдет и к нашим детям, и они будут хорошо учиться, оправдают все наши надежды. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Зарагачова. Протягиваем выпуск. Напередодні нового навчального года не только означают поспехи галины адукации, але и анализуют недохопы у выхаваўчым процессе. Неглядячи на зменшение колькости злочинств, учиненных неполнолетними, полностью взять ситуацию под контроль покуль не отрымалось. Об этом ишла размова подчас сегодняшнего посяджения Гомельского гарвыканкама. С портретом среднестатистичного порушальника законодавства ознайомился Олег Сенцюров. Агульные данные довольно оптимистичные. У поравнания с минулым годом отбылось снижение количества злочинств с уделом подлетков больше как на треть. До того ж, у агульном объеме зарегистрованных правопорушений доля неполнолетних только около 2,5%. Это меньше и областного показчика, и республиканского. Але в тот же час не снижается количество действенных хулиганств, а у некоторых районах необходимо быть больше уважливым еще и до властной майомости. Участились случаи совершения преступлений в общественных местах. Определенная озабоченность у нас вызывает микрорайон Мельников-Луг и Дворцово-парковый ансамбль, где на протяжении ряда лет совершаются не единичные преступления. В связи с этим усилено и патрулирование, перекинут родительский патруль, то есть максимально как-то обеспечена охрана общественного порядка. Основная колькость злочинцев сирот неполнолетних у Гомеля здесьняется навученцами профессионально-техничных в училище. Сирот наибольш несприяльных в этом плане – лицей будовников и колледж машинобудования. Особливая увага – профилактицы у молодежном осяроде выпадков уживания наркотиков и алкоголю. С этой метой врачи-наркологи проводят медицинские огляды навученцев старших классов, а сопрацовники милиции притягивают до отказности неполнолетних у стане алкогольного опьянения. Правда, недопрацовки все ж таки застаются. 16-годовый школьник у криви, кого выявили 2 промилле алкоголю, здесьнил забойство. Самое тяжкое злочинство с уделом неполнолетних все лето у Гомеля отбылось вот тут, в интернате акционерного товариства «Гомель Техмонтаж». Ночью наученец 22-й школы с метой крадежу зашел у незачиненный покой. Далее бойка с господаром и смертельное ранение. Зараз следство протягивается, а тому мера покарания еще не вызначена. Для снижения колькости злочинцев сирот неполнолетних у летний период распрацевали некалькі программ по организации працоўнай карыснай занятости, военно-патриотичные лагеры, студентские и волонтерские отрады, туристичные взлеты. Особливая увага при этом подлеткам, которые находятся на разных видах профилактичного улику. Разом с тем, у комиссиях по справах неполнолетних констатуют, выконать все запланованное не отрымалось. Формальный подход до проведения индивидуально-профилактичной работы и слабое взаимодействие с батьками. Такие факты не заявляются выключением. А прича того, на думку специалистов, необходимо створить действенную систему по мониторингу сторонок подлетков у социальных сетках. Что касается подотчетной категории, то тоже постарались по максимуму вовлечь их в полезную занятость, но некоторые вопросы не получились, что и привело, соответственно, к совершению преступлений. Поэтому как на территории города Гомеля, так и на территории области были совершены преступления именно подростками, которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Без вины виноватые. Областная организация «Червоного крыжа» закликала гомельчан допомогчи детям, которые народились у местах дня воления. Доброчинная кампания проходила на протягу жнивня во всех районах в области. Волонтеры организовали сбор одения, обутку и сродков гигиены для дома детяти, которые дейничают у поправчей колонии номер 4. Зараз тут находится 40 малых во возрасте до 3 годов. Достаточно много людей отозвалось на призыв, на наш призыв. И было собрано достаточно много вещей. В этой акции принимали участие как просто люди, жители городов, так и члены первичных организаций Красного Креста и многие-многие другие неравнодушные люди. Трагедия здарылася у минулую неделю каля Ропаўскага озера у Гомелі. Пара гуляла по мелі и провалилась у яму. Жанчыну выратовали, а мужчина потонул. Няшчасный выпадок отбылся каля 17:01. 31-годовый мужчина находился на отпашинку разом с сяброўкай. Пара ходила по мелі на участку, злучаным с берегом в узким перашейкам. Это место не призначено для купания, бо вокруг водмелі шмат глубоких ям с холодными ключами на дне. У одну из их молодых
молодые люди трапили и стали тонуть. Неподалеку находился хлопец, який, не раздумываючи, кинулся на допомогу. Жанчину он поспел выратовать, мужчина пошел под воду. Выратовальники водолазы, которые прибыли на место здарения, достали его из ямы глубиной каля 7 метров. Ранее в этом заливе велася здобыча рачного пяску, тому рельеф дна водоема вельми складаный, мая великую колькость поглыблений. У таких умовах выратовать человека без специального рыштунку практично немагчыма. В озере насчитывается около 20 холодных ключей. Отсюда идет течение в СОЖ, избыточные воды выгоняют в реку. Эти места, которые не предназначены для купания, они очень загрязнены как строительным мусором, так и всякими корчами и тому подобному. Вот. Неоднократные случаи, что приезжают сотрудники скорой помощи, обрабатывают глубокие раны. Вот. И очень страшные раны, конечно, здесь происходят. Гомельская областная организация «Освод» плануя узнагородить хлопца, який выратовал жаншину. Гомельчанину Алексею Плоскому 27 годов. Ён працуе маляром. Отзначим, что с початку года у Гомельской области потонули 32 человеки, выратованы 31, у тым ліку 8 неполнолетних. Мастацтва за зачыненымі дзвярыма. Новы творчы праект прадставіў у Гомелі карыкатурыст Анатоль Шчогалеў. Рэшыцкі мастак не толькі знайшоў незвычайную лакацыю для сваёй экспазіцыі, але і падрыхтаваў для гасцей цікавую прэзентацыю. На пошукі карцін адправілася Ганна Каральчук. Анатоль Шчогалеў – аўтар больш як 90 карыкатур на знакамітых людзей. Дзякуючы гэтаму ён нават трапіў у кнігу рэкордаў Беларусі. Яго работы знаходзяцца ў галерэях і прыватных калекцыях 20 краін свету. Особливость черговой выставы – принципово новая форма представления творов. Карикатурист из Речицы решил продемонстрировать мастацтва за зачиненными дверима у прямым сенсе. И он створил выставочную простору у месце, якое, сдавалось б, абсолютно непридатно для таких мероприемств. А миновито у краме дзвярэй. Очень часто идеи приходят случайно. Обычная история: шел по Гомелю, дождь, надо было где-то спрятаться. Забежал в первый попавшийся открытый магазин, и тут случилось, что называется, вау, мне понравились эти двери, мне понравилось, что за ними пространство, мне понравилось, что есть какая-то загадка, каждую дверь можно закрыть, можно спрятать искусство от общих глаз. Тут нет такого, знаете, что мимолетно идешь по галерее и смотришь все залпом. На уваходе у краму глядач не убачить картин, только помешкание с множеством дверей, небо у неким фантастичным портале. Каля 20 картин схавалася за дзвярыма. Каб убачыць твор, неабходна падабраць адпаведны ключ. Па меры праходжання гледача па зале адчыняецца чарговая дзвер, і для агляду становіцца даступна новая карціна. У экспазіцыі работы рознай тэматыкі. Апошнія, напрыклад, прысвечаны байкерам і матацыклам. Конечно, удивлен качеством работ, и талант на самом деле находится на такой высшем уровне, потому что вот эти каждые мельчайшие детали, их проработать достаточно серьезно, кропотливая работа и требует немало затрат и терпения, вот, что у нашего художника хватает. Вот секреты, под каждой дверью находится что-то такое интересное, как бы загадочное, открываем двери, и нам открываются тайны какие-то. Ну, работы очень красивые. Акрамя своеасаблівай выставы квесту, гасцей мерапрыемства чакала культурна-забаўляльная праграма. Прафесійныя вядучыя, цікавыя вакальныя і танцавальныя нумары, інтэрактыўныя гульні і мноства прыемных падарункаў. Наведаць выставу і знайсці творы з зачыненымі дзвярыма можна да сярэдзіны верасня. Ганна Каральчук, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Сегодня православные верники означают третий спас. У народе его называют еще полотняным и хлебным. Але самая вядомая назва свята – Ореховый спас. Ён установлены православной церквой у гонор перенесения с Эдеса у Константинополь нерукотворного образа Иисуса – тканины, на якой поводле евангельского падания засталося обличье Христа. Льняное полотно долгий час находилось у греческом Эдесе, как главный скарб города, бо допомогло его уладару вылечиться от смяротной хворобы. Затем реликвию урочисто перенесли у Константинополь, где она была страчена при разрабовании города крыжаками. Ореховый спас является опошним после мядового и яблочного. Про этот день казали: третий спас, хлеба запас. Тому свежий духмяный каравай со сбожа нового урожая являлся главным у прыгожваннем свята. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.